между прочим, я не пью и не курю. Ну да, когда человеку совсем нечем гордиться, он начинает гордиться тем, что он не пьет и не курит. Вот так вот, за каких-то 10 секунд, вот в таком маленьком ролике, эта дамочка умудрилась обесценить всех тех нормальных и адекватных женщин, которые не пьют, не курят и этим гордятся. К сожалению, сегодня, в наше время, действительно, женщина, если не пьет и не курит, это повод уже для гордости.